Фотосессия. Кира дикая чуба обхазывается. Бежит, как душонок. Ну какой? Бля, она смешнее Ева, я не могу. Ты посмотри. Собаку мучишь. Оставить от меня вообще. Держу. Девочка. И еще вот так вот ухо. Ой. Химика. О, вот так. Все. Собака. Собака сейчас. Да. Называется Кира в гостях. Да просто твои собаки так делают. Губу закатываю, как говорится. Кира в гости пришла. Давай жопу сделаем. Ой, какой хлюпсик. Вампир. Счастливый. Давай выйду. Какой хлюпсик. Кстати. Это еще вышло. Кстати, первая девушка-музыкант. Мы здесь писали. Почему первая? Ага, а кто здесь был из музыкантов, еще кроме тебя? Была больше... какая-то девочка, по-моему. Нет, не было никакой девочки. Нет, давно было. Нет, но это был на Кибальчике. На Седова еще пока не было никого. Ты первая. Ну так я с 13 лет этим занимаюсь, поэтому... Давай, улыбайся. Да, чего? Ты такой летучий мышь? Вообще просто. Это не тебе дал. Вампир. А за что его делали? Кстати, ты знаешь, как он снимается с холки других собак? Понятия не имею. Заяц. Дай ему поспать. Он устал. На заводе хуяры, конечно, на заводе. Что? На военно-промышленности. Ну, Дима, дай мне поспать. Он бы так в автобусах спал, когда на работу едет. Ой. На работе бы тоже. Типа ты фана самого себя, я так понимаю. Футболку самим собой носишь. Ну ты вообще, ну ты красава. Да. Надо любить себя. Надо быть нарциссом. Ты нарцисс, да? Ты же да, я такой крутой. Что я ношу футболку с своим портретом. Чёрно, а чёрно, типа хозяин. Ты знаешь, на футболке вчера... Поняли, да, он сам себе хозяин. Своего музея, да? Ты знаешь, на футболке тебя фотография. Фотограф, кстати, Юля Приходько. Слушай, а где именно ты делал эту футболку? Кинезоскопе. Бабушка, 97. Здесь у нас. Желтый дом, что ли?
Ну, где волейбольная площадка? Ну, где Паша Левкова? Кикбоксинг с одной стороны, а с другой стороны калейдоскоп. У меня видео есть, где мы делаем футбол. Ну, что ты узнал? Вот, кстати, знаешь, где цена футбола зафиксирована? В Кастл-Роке. Мы не имеем права продавать футболки дешевле, чем они стоят в Кастл-Роке. Такие футболки в Кастл-Роке стоят 1980 рублей. А за всю футболку за сколько ушло? А? Ну вот вместе с принтом за всю футболку сколько ушло? А, это я тебе потом, это уже не на видео.